Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Бостонтехник. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот компактный пресс-подборщик рулонный, индийский, Redlands, модель Jumpa 1211. Вот шильдик 21 года выпуска. Без наработки. Вот он навесной идет. Компактный, для небольшого хозяйства очень даже то. Откатник есть, мальцевая камера. Такой вот компактный навесной пресс-подборщик. Индийский, с хорошими комплектующими, европейскими. В состав входят запчасти с Германии, Америки. Ширина пресс-подборщика метр. Такой вот компактный, надежный, простой в обслуживании пресек. Все как с завода, все смазано. Его привезли, хотели заниматься сеном, но все переигралось. Просто сейчас решили продать за ненадобностью. Если кому-то нужен, пишите, звоните, приезжайте на личный осмотр или заказывайте доставку. У нас, как всегда, все сделки проходят прозрачно, без всяких подводных камней, под ключ. Будем рады вашим обращениям. Так что, друзья, ждем вас. Всем хорошего дня. Пока.